Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Наталья. Сегодня готовлю рулет со шпинатом. Шпинат вместе с яичком я взбиваю до такой устойчивой пены. На пергаментную бумагу выкладываю мою смесь, тесто, яичек и выпекаю 10 минут в духовке. Сливочный сыр смешиваю с нарезанным сладким перцем и выкладываю на мой рулет. Теперь семгу, немножко перчика и нужно закрутить рулетик. Оставляю его в холодильнике на 2 часа, чтобы он пропитался вкусом. И вуаля, вот он, вкусный рулет. Попробуйте этот рецепт, он вам понравится. Пока-пока! Ваша Наталья.